Война охотник шаман обычно нужна кому? Пришло? Нет, может, ты прошелся за это. Так фрейм подпишите, не прав. Кирсгорд просится на замену. И кто будет хилить? Кто будет хилить? Да, он давно просится. Я говорила в Дискорде. А долго? Он говорит на одного босса. На одного босса это сколько? 10 минут? Глоу. Кто Глоу будет забирать? Наверное, по работе машина опять приехала. Давай, вроде не хотел Глоу, ее пианист на успех хочет. Ее пианист хочет на успех, потом Фарада хочет. Кир, сколько тебе минут надо? Я бы на мейн взял Войд. Ну вот, Войду. А зачем она тебя на майнте, это хуйня? Он не в Дискорде, он только вышел, так что. Двумя шмотками кап мастерства собирается Глора и любой другой штанами, например. Ты знаешь, что Глора выступает с Ретенью по ДПС? Ладно, ребят, опять ждем Кирсгорда, вернулся некому. Почему? Могу зайти Гречка может добрать. Гречка может опять на шамана зайти. Ладно, Гречка, давай опять на шамана. Ты не надо гречки никого? Зайду, мне же пояс все равно не достанется по приору, как я понял. А, не, стой, подожди, а пояс тут никому уж не нужен. Пояс кому нужен? Вот этот ловкость, которая, да? А, да. Да вроде никому. Тогда не пойду на шамана. Ждем, ждем, Кирс. Могу зайти на Эрдру похилить, Войд. За поясом, да? Девкиным. Иди. Я тоже могу на рестор друида, хотите? Чё, надо? Нет, а долго ждать его? Сколько он написал? Один босс на 10 минут. Чё, стать перерыв на 10 минут? Могу прямо сейчас зайти и похилить за Эльдру. А у Монорота нет деревяшки? Нет, у Монорота нет деревяшки. У какого-то кота был. Кус, сова, мишка тоже. А, кот, сова. Объясните, с каких пор бот ДК собирать шмотки на Агио, когда у них приоритет. Да пусть Войд зайдет. Речь. Пусть Войд зайдет на Эрдру, пойдем в твою игру, какая разница. Как раз куклу походу. Вечно бот ДК собирали Аки. Короче, кисло, я отойду на 2 минуты. Короче, 5 минут переход. Можете ухнуться по сопроту.
Настя тут? Да, тут. Сейчас отвечу тебе. Yeah.
что-то долги перерыв. Настя тут, на месте, да. Я, да, думала, после ломанчика, ради Алексея. Не, мне не стало, но мне хочется к твоим рейсам. Я говорю, зовите когда надо. Чего ты не зашел? Вы шесть тем хватало. Чего ты будешь идти? Он может спать. Я могу спать, мне напишут, я проснусь. Тихо, ты чем не занимаешься, ты его? Да, я всякую хуйню сюда. Бит, перебирай с тобой, с этим замером. Да, либо все дни, весь день громко. Я либо на работе, либо по Воида хороший. Чё, надо заходить, нет? Я тут уже пол игры прошел комик-зон на Сеге. Заходи. Заходить, да? С чем-то этот перерыв был. Карин, Карин, а я не помню, мы вчера, когда убивали Лича, мы же смогли, да, шмотку передать? Да. Ты хочешь кого-то на сундук? Ну, если я все-таки прыгну на ДЦ. Меджи тут никому не нужен маговский. Тут Хисаями нету. Да мы, наверное, сегодня... Ой, это, не успеем сегодня, Джайна. Успеем, если нет. Сейчас убьем профайл. Профайл Лича 10-15 минут, Джайна еще 10 минут, блядь, все, готово. Какая шмотка, ты говоришь? Гладбонды, Лорус, Антей. Перерыв был на сколько? На 5 минут, блядь. Мы сидим уже 17. Да, у меня уже саппорт закончился. Сумон! Так, что, заходить в игру, да? Да-да. А могли бы уже убить профа 2 раза? Не уже могли бы Лича убить. Ну, ты не переборчуй. 2 раза профа и Лича. У нас рекорд Лича убили за 8 минут. Это с ивентом или без? Пуговку пришей. Вот и да, от первого удара до последнего. Так, вот был, я так понимаю, на профе я в чушке. Танки как хотите. Как вам удобно. А мне-то пофиг. Если он в чушке умеет сидеть, я бы такой, чтобы на профе посидел. Я пожирнее буду. Я умею. Иди, ты даже квест сделал, Маша. Тут немножко сложнее, чем в обычке. Дайте столик. Не сложнее, чем делать квест. Мак есть какой-то? Там еще Адмирал, дай столик. Ладно, давай. Отличие в том, что у тебя будет 2 слизнюка на перефазе, тебе обоих нужно замедлить. Нет, а потом... нужно только одного замедлить, потому что здесь зелёный не замедляется, скорее. Стол поставь, Мак. Адмирал. Сейчас. Тикайте. У меня... Багнулась проверка. Да-да, багнулась, я только хотел об этом сказать. Ну, опять у меня.
Так. Нет, 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 стоп. Что за хрень? А мне интересно, кто у нас лидер? Ты лидер. У меня нет, потому что я лидер. Ну, у тебя корона стоит, я лидер. Все готовы к вам, Наруто. У тебя проверка багнулась, ты ее лучше не нажимал. У меня не видно. Ты можешь нет, проводить. Нет, я не вижу корону, у меня тут мешок. Поэтому и погнул с проверкой. Ну, попробуй перекинуть. Ну, все готовы, кроме Монорода и тебя. Так, а что, я в чушке с... на босс? Да. Ты в чушке. Кто в чушке? Кладборн. Давайте еще посидим. Ну да, запрос же еще не до конца закончился. Не до конца закончился. Цитаты великие. Обожаю. Туть. Подбежал. Сантей. Я хочу туть. Вага отсчет. Ой, что, бьём уже, да? Лаги. Вага? Лаги. Вага. Не ходи. Стоп, побос. Север до зоны. Свернула, то есть не замедляет, ну да. Нет, этого замедляешь, не замедляешь на перефозе. Переводим. Красный. Сейчас красного. Сову, зеленый вогу. Благо пошел. Что за? Зеленый мобиль. Пельмени. Клабон сейчас умрет. Точнее, чушка. Чушка умерла. Иди пей, бегом. Там колбы, аккуратно. Пей лужи. Левую вначале, левую, большую, блядь, которая была. Пельмень. Мелкие, быстрее, блять, разрастут. Бежим к столу, где чушка, бегу. Дим, быстрее.
все, приехали. Нечего делать с такими лужами уже. Короче, ложимся. Диван. Да я чушку, чушку, зачем без... диван тратить? Чушку без палки, блядь. Ладно, не... тратим. Да, тем более он у нас один. Я не знаю, та вот луза почему-то не добивалась. Так, меня в чушку или... или так? Давай в чушку. Понятно. А я говорила. Ой, ты молодец, что говорила. Судьи здесь не прохилили. Она не выпивается на перифазе. Алекс, ну вот какого хера ты, блядь, пешком бежишь? Поставьте шкаф быстрее. Он же добежал. Так я умер у самого стола, и никто не резал. И я слышал, чтобы сказать, может, ты решил встать? Да. Рыба он бегом пока не пропала. Правее. Тихо свернулся. Давайте уж так. Казун, дай полаги, СС. СС, дали вот. Все, отчет. Стоп, побольше. Север ДДЗон. 2%. 1. Переведете. Ханты, ёб вашу. Зашибись. Ну, красавцы, чё. Нормально ещё. Усоединились. Оба пока под замедлением. Ты тоже идешь в угол. На второй прыжок не будет. Крикаст. И сейчас без замедления. Тучу. Уючу, блядь. Товарищи, блядь. Вот, не знаю, так какой-то один хант прям вот херачил, как с пулеметом, блядь. Вот это вот заметил точно. И я думаю, что не один, блядь, остался, столкнул, блядь. Вот. Потому что, блядь, 3% просто нахрен дотками не сожрет.
А я можно тебе скажу больше. Отойти? Я видел, нет, нельзя. Адмирал okay. Кастует босса и дамажит на своем. Ребята, ну вы чё? Я могу встать, могу сэкономить крест. Не вставай, это, никто не резайтесь, тоталик. Френдзик прибежит. А, на ваге со СМБ. По одному. А вы молчите или не сломался? Ждем Дума, ждем Редвара, любители побегать. Я нарушается. Третий вару ПСС на пол один. У всех КД. Два раза только вайпнулись, ребят. Куда вы? Налево скинули? Пристабав дайте. Отсчет. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Стоп, побос. Бабл, блядь. Еще какой-то хан.
Перетаскивай, перетаскивай босса туда. Между меток ставит. Чуть дальше даже можно. Красный в красный, зеленый в зеленый. Вход эти чушку, пожалуйста. Спасибо. Приказ. Брынзик, подъем. Гречка. Пельмень. Пока ты охотаете, вы же еще хилите. Красный. Пельмени. Зеленый. Пельмени. Стопать. Стопаем. Ждем красный. 38. Ждем пельмени. Выводи босс на перекатовку. Красный. Тащи босса к меткам. Перевод. Аккуратнее пельмени будут. Пельмени по колбам разошли. Ребот? Нет. Нет. Добили просто. Приказ. Вера. Я давал. Станьте ближе к деревяшке. А, поздно. Клабун рано. Вернулись, мест мало. На четырех. Диван по норму. Забираем. Отъем, ретрик. Пельмень. Там за коровом стоял. На двуже. Ух, давно не хилил. Но поезд не упал. Хорошо в конце лужи зашла, да? От Т5. То прям все прошли. Мы идем на ключа? Да. У нас там Кирс появился.
Запихивайте. Я бы покорителя на друида паролил. И танк. А мне как получается, на друида за одного босса дадут ИП, да? Или как? Нет, все тебе на мейн. Навар. А ролить нельзя тогда или что? Роль. Че надо роль? Ну я нажал на мейн. Типа. Кислое окоченение не пыли. Если сейчас босс у него упадет, ну, с лича, то я, скорее всего, заберу. Да, я систопианист. Так, я не туда думал. О, круто. Чтобы ноги свежие шмотки. Чё, заходи, чавар, тогда можно, да? Кто желает послушать? Ты же пуху хотел на вару взять, не будешь собирать что-то. Ну, конечно. Дымилика любого выкини. Ну так заходи, что спрашиваешь? Сука. Да, я чисто, я знаю, кто желает послакать. Я. Я, кажется, догадываюсь. Я уже писанул. Там, поверьте, уже просил. А, нет, я не угадала. Юджин. Звонок коня не паролишь. Или паролишь. Вредно. Ну, просто звание странника, я не знаю, сколько ты. Лёша, клапан уже, да? Да. Фрэнзи на замену? Он заклятвой хотел, да? Ну, я вижу, у него 16 место по ДПСу на орке, 20-ки нету, там 16 тысяч всего лишь. Ну, тогда мы не берем ни Фрэнзика, ни покупателя, правильно? Ну, типа, если вы не стараетесь, не даете ДПС, типа, ваш... Держал, давай обратно. И так рейд слабый. Ну, так, а типа, вчера я 20-ку дал. И что? Это обычка, это хэмка, разная вещь. Условия по конкурсу. Я даже в Дискорд зашел про ноль. Кисло, чего говоришь? Все. Подержал, хватит. Почему вчера ты даешь 20-ку, сегодня 16? Воля не так прокнула. Нет, Делорус. Лёша, давай я ему. Нет, раздавал. 500. Ладно, давай. Если клятву. На аукцион. Китайская, 20-ка минимум на орке. Лич, Джайна, блядь, РСХМ-ка, это 20-ка минимум на лор. Лёш, покупателей давай. Сегодня нет, наверное, смысла брать, да? Еще раз, по тихатке или по 1000 будешь покупать, понял? Просто уже, блядь, по 2Т5 имеете и 20-ку все равно на лорке. Смотрите. В чем проблема на профи были на Синдре?
На синдре, потому что на у нас... На синдре, потому что у нас милли рейд. У нас все хилы в освобожденке. На профи? А на профи пробовали не норгалета в чушку сунуть. Один раз чушка умерла, второй раз перевели с двумя слизнями, не успели. Что делал рестор друид? На перефазе чушка умерла. Рестор друид был в зеленом, чушка в другом конце комнаты. Какая разница? Для чушки не может физически сдохнуть, если хотя бы хоты на ней висят. Хоты висели от одного рестора друида. Там, по-моему, бумагу дамажут только колбы. Колбы не дамажат по чушке. Там дамажат только лужа в чушку. Все. Это уже пофиксили. Колбы сейчас по чушке не дамажат. Там от одного рестор друида были хоты, от второго вообще ни разу не было. Собственно, и Квадбона, то, что он не выходил из этой лужи, ну да ладно. Бага, дай койки по всем. Там Лёша лужа, это забагалось, я его не... Ни на перефазе не пьются, вот и все. Так, не допиваются. Фарада на мага дуй. Ха. А где у нас есть Фарада? Он скрывается на своем бомжеваре. Ой, блин, желающий послакать. Коник, а ты? Давай, я могу. Рада, рада за... Я так понял, шипы пристал проще через хила одеть, да? 120 кадров нахрен дашь. Ну, я точно не дал. Наконец-то у меня есть кулака. В смысле, ты не дашь? У тебя 4 куска, ты 20-ку не дашь. Я не про вара, про пристал. Сбуставлю, бафы раздавайте. Фарада присуммоним. Ставьте шкаф сразу, Фарада. Сейчас суманете и пунем. Краски сейчас раздам, дайте. Я просто смотрел на эти косяки, которые у вас были, чуть охуевал там некоторых людей. Фарада здесь. Чего бафера? Идея еще в голову пришла, пока ехал. Кого-нибудь значит... в мнении ока ЕП будет резаться в неделю на 90%. А ГП? ГП не будет резать. Че пока ока? Кого не будет на освоении ока, ЕП будет урезаться полностью. Фактически. Да, вот ты что, 90% это ж вообще... Это вообще там один раз человек пропустил, и все. В конце приора. Даже шанса не даешь. Не, вот без так. Предупреждения. Все предупреждения через меня. Если кого-то что-то не будет, то в любом случае хотя бы мне сообщайте. Я это имею в виду тех людей, кто без предупреждения. А ну завтра? Да. Я завтра, возможно, опоздаю. Возможно. Не-не, предупредить надо. Запускай. В дискорде в ПМ пишите. Окей. Okay. Что за сложные манипуляции? Полчаса, час. Я говорю, предупреждайте в дискорде. Это не значит, что если вы не... А я где сказал? В дискорде.
Нет, я ПМ пишите, чтобы я сразу завтра пришел, чекнул личку в Дискорде или, блядь, вообще на почту сообщение. Чтобы я чекнул, пришел и знал, стоит мне сегодня рейд дать или нет. Тогда нанимай сегодня секретаря для разбора почты. Нет, давайте канал в Дискорде создадим. Допустим, я вижу, что там, блядь, 10 человек на час опоздает, то мне проще РТ перенести на час вперед, чем, блядь, сидеть ждать этих 10 человек. Хотя бы это. Хотя бы, кстати, чтобы я мог корректировать РТ по поводу ОКО. Давайте уже не флудим. Кто не принял? Герои в атаку. Честно? Нет. Антей, по поводу тебя в курсе. Да, у меня ДПМ отключен, так что если что, ну... Я подвисну. Сейчас может такое. Все еще висишь? Угу. Аккуратно, шаркающие возле чего будут. Стой, тебя сзади там шаркали. Ну блин, дебаф. Попробуй у меня пьем. Хорошо, что ты это умеешь. Нового не было никакой? Нет. Адмирал, ну какой смысл тем каки? В смысле? Меня Шарка еще ужас вообще убил. Отведите всех урбалаков сюда, пожалуйста. Не в ту сторону мозор. РДД сферы. Сферы доходят.
сложно. Я выбрал печеньки. Все нормально там бьется. Сейчас кому кисло. Народ баба, френзи гречку. Народ баба. Бабл. Биг Бабл Хант. Его вернее. О, надо. Чё? ДЦ, ДЦ, ДЦ. В Вальке. Такой. Печеньки, печеньки, по-моему. И нет, в ромбике ты жжёг. 4% лично. Два процента двигаются. Ускорение 3. Череп, просильте там Кирс. Сам себе. Сам себя в зиме просилит или как? Я же не стала. Ух ты, есть. Ну чего, Кирс и БР не достанешь отсюда. Не надо мне крест. Не надо, встанет. Как ладно. Закончится, встан. Себя прохил, ничего. Задник-то моментально появился. Дайте хоть бафы какие-то минимальные. Крикдал на хп. Кир, встань-то. Да-да-да, встану. Как зайдет, как зайдут в комнату. Ладно. Он хил. А есть смысл вставать вовремя? Кто первый чешку? Лада, метку на себе. Давай. У тебя бой есть, Кирс? Ага. Холинову Нелик спайм там. Вот и развешивается. Ну подхиньтесь. 3 секунды. Рассыпной. Баф раскидайте. Кто ловит? Я. Инер, дайте по ДЦ. Максиола, дай БР по мне. Быстрее. Возле глыбы.
мечтал. Не знаю, как ты это сделал, но не пугай больше. Красиво, да? Я забрал. Бафы по мне обязательно. Сейчас будет жестко, я лужу не настакала. Сразу же. Я дам массакру, не пальцы. Чешку дом. Вы пришли, чтобы вершить суд. Жаль. Чтобы уничтожить короля Личан. Вы не должны... ДСС на всякий случай на рулету. Сильнее все. Звезды. Встаем. Стенки левой жми. Скоро выход. 3 секунды. 3 от черепа. Стригивайте, вырезали часа. Залича, духи, духи. Слишком много этих поймал. Под зеленью, под зеленкой. А за далековато их ловил, я не доставала к тебе трахилы. Есть СС-ского? Да. Дайте повернуть. Там 3%. На всякий случай, вдруг сейчас, блядь, кто обосрется. Вернение. Отошли от черепа. Не-не-не. Капец. Да уж. Убила. Пианиста, можно в следующий раз без стыков? Заметь, меня не убило, у меня ревность. Да. Вопрос, как я выжил? Диван. Диван не давали. Я, кстати, тоже выжил ДКшником, ДВшником, в ДВшном рейде почему-то. Диван мне вага не давал. Со скинули мне.